shit. Ha! All these motherfuckers wanna be like me. I'm living a grand old fucking time, so come and get you a piece. You wanna try me, motherfucker? Yeah, well, nothing's for free. You gotta pay the fucking price, determination's the fee. Yeah, all these newcomers try to copy my shit. I'm telling them fucking sucky, you're just not that legit. You can't hang, motherfucker, so just stick to your niche. You'll never do it like I do, cause you're a boo-hoo ass bitch. Oh, hey, друзья, добро пожаловать в GTA Online. Сегодня мы играем в команду уцелевших, называется RPG против байкеров. Оу, oh, yeah. Всем привет, друзьяшки. Да, кто не понял, с нами сегодня Леон и Грин. Белый цыган, Simply Green. Погоди, а что происходит? Подожди, у нас... А где RPG, я не понял. Почему у нас пистолеты? А потому что, наверное, немножко неправильно было создано... Ну слушай, это какая-то уже бандитская даже получается разборка, чисто на пистолетах. Смотри, они нас бомбы еще кидают. Они-то... У них-то C4 липучки. Знаешь, вот просто в три ствола пистолетных стреляют, как бандитская разборка. Слушай, а реально. Вот с той стороны едет один. 90-е! Мыкан, стреляй в него! В голову! Мыкана, уходим в сторону нафиг! Идет, бросит бомбу. Я попал пару раз! Попал! Отлично! Я видел, у него кровище вылетело. Да-да-да. Шлейф кровавый. Шлейф кровавый расстелился вниз по веточкам и почкам. Никогда уже не встанут две старушки со скамейки. Пели песни мы в детстве. Отличные у вас песни в детстве. Ну, такие, да. Ай, я покончил с собой. Блин, так. Меня взорвали. Какой ужас. Я один остался. Я один остался, можешь суициднуться. Нет, нет, не держись до последнего. Это не выход, да. Расстрель, да-да-да. Выход есть. Ой, ладно. Что-то я его заигнорировал. Ой, у меня просто нос почесался, я нос почесал такой. Знаешь, так вот. Два тела валяются. У них не C4, у них, по-моему, лимонки, или как? А я что-то не понимаю тоже, вот они как-то... Так, он еще один летит. Луфи, соломенная шляпа! Вот прям издалека так и похож. Ой, да? А, ну ладно. Как-то я не... Так драматично мое тело лежит. Да-да-да-да, а мое там в камнях такое, красным пятном. Это как этот... Крестный отец. Ой, нифига, вот тебе и крестный отец, прямо в висок тебе бомбой. Че мой розовый? Выбирайте, какой кому нравится. Розовый. Мне красный нравится. А, вот белый, почти. Белый. Вот белый. Нет, вон белый там стоит, прям. Стой, Грин. Ты не должен ехать на него. Вот есть белый. Остальные не трогай. Так уронил все. Леон, ты все завалил вообще. Ну что, поехали? Поехали, едем. Так, а что делать-то? Надо бросать. Так, ладно, нет. Это веселее гораздо, чем там стоять и из пистолета стрелять. Охренеть, я приземлился и подбородком ударился об руль. Привет, на! Я приземлился прямо к ним на платформу, вышел и начал под себя мины кидать. Слушай, два человека осталось, Грин и Пиксель. Чисто супер. White man, white. Вау, как ты круто сейчас проехал вообще. Вот Пиксель, кстати, как раз Пиксель, главное, как-то так. Пиксель 777. 777. Пиксель. Вот он к нам и присоединился. Ай, на пафосе просто. Почему всё. Я вот... А, ты все, да? Убил его. Убил. Молодец. Да. Молодец, победа! Я не понял, почему я подбородком ударился. Потому что обычно ты нормально как-то приземляешься, но и так... Видимо, это как... Когда... Как ахиллесовая пята. Ахиллесов подбородок. Мауглевый подбородок. Немножко затронул, да, и сразу умер. Поэтому, ребята, кто захочет меня убить, подходите и тыкайте мне в подбородок. Сейчас, знаешь, не знаю, как Маугли вычислить, теперь будет каждому прохожему в подбородок тыкать. Новое движение будет зарождаться. Я знаю, как меня вычислить. У меня на рингтоне, на телефоне стоит мелодия из игры Pony Island. Ага, сейчас все поставили себе это на рингтон. Если где-то идете и у кого-то слышите, что играет мелодия из Pony Island, будьте осторожны, может быть, это я там. Ого. Тогда вас точно ничего хорошего. Так, давай вот в два ствола. Вот такие вот стрим. Смачные так, кусочки. Я убегаю, он туда пытается бросать сейчас. Так, скрывай. Бум! Так, что нам, кровавый шлейф? Вот еще двое едут. Двое едут. Полете. А круто, кстати, в полете. Воу! Одного сбили, по-моему. Стреляй в него, он еще... Он жив? Он еще жив, да. Бежит. Стреляй по нему.
Так, к нам вон мотоциклисты едут, они сейчас воспользуются моментом. Да, согласен, надо аккуратненько. Ну вообще, из пистолетов даже и веселее стрелять, на самом деле. Ну да. Это сложнее. Давай, в полете его сбиваем. Все. Меня зацепило. Я все. Все умерли, что ли? Да, походу. Офигеть. Трипл килл оформил. Молодец, одним взрывом получает. Вот это да! Вот это молодец, я ему даже напишу сейчас, слушай. Слушай. Давай, он заскринит и потом. Слушай, так и написал. Ты такой молодец! Классно! Пишу его, что ли? Так, на сей раз возьму какой-нибудь... Слушай, вот мне тоже беленький понравился, а как насчет вот давай вместе? Нет, так надо, это же опасно. Это опасно, но это весело. Так, если сначала меня снимут, то ты, вижу, ищи, будет хорошо. Оп-оп-оп. А вы знаете что-нибудь о системе Клерс какой-то там? Ой, нам пробили колесо, слушай. So sad. Ой-ой-ой-ой, давай на пит-стоп, короче. Так. Прикинь, ух, мне пробили колесо. Офигеть. Они по колесам стреляют, смотри, какие хитрые. Вон еще белый, да, есть? Слушай, когда я сел на... А вот это белее. Мне появилось сообщение, что нажмите на Е для того, чтобы активировать какую-то систему Клерс. И чего-то там у меня ускорение случилось. А, ну тут, видать... Слушай, и правда. Ого, ого. Как будто способность какая-то. Это способность у мотоцикла, насколько я понимаю. Спецспособность у мотоцикла. О, я залетел к ним на платформу! Я жив! Ай-яй-яй-яй-яй! Я упал с мотоцикла! Ой! Я это видел! Ай-ай-ай-ай! Ааа! Меня пристрелили, прикинь! Че это такое? Оо, вот это да! Размявшись на байках и пистолетах, мы решили пересечь на что-то более серьезное. Инсургенты. Они взрываются только от прямых попаданий 5 раз по ним. Из РПГ? Из РПГ. А если у них опять не РПГ, а пистолет? Ну тогда и... Ну у них РПГ. У них РПГ не вижу. Так, ну все, желтенький. Самый-самый заметный. Поехали, ребят. Поехали. Мы должны в них стрелять. Без понятия, вон они. Мы, наверное, просто их должны сбивать. Это да, наверное, да. Вот это жесть. Эй, подожди, а как мы их собьем, если мы перелетаем? Я вот тоже не знаю, я вот сейчас вообще даже не долетел, но это... Офигеть, я перевернулся, они меня сейчас просто закидают! Нет, я смог взорваться на инсургенте. Ну, это тебя зафокусили, видать. Где твои 5 попаданий? Почему они не сработали? Где мои 15 попаданий? Иди сюда, я тебя снесу! Эй, мимо. А, не знаю, просто... Слушай, так это сбить вообще нереально. Нужно как-то приловчиться вообще сначала скорость специальную выдерживать. Да. Ух ты, как тебе попало-то? А она не восстанавливается, да, естественно? То есть просто 5 попаданий и все, и взрыв. Ну, а пересесть же можно. Ну, где-то так, да. А, пересесть же можно, точно. Так, давай. Чё ты виляешь из стороны в сторону? Ты не заедешь до них. Логично. О, нифига. Я отомщу! Это было близко. Вот эти режимы по большей части еще люблю из-за того, что у них реально вот эти машинки, на которых нужно кататься, они разных цветов. На халяву, да, и разных цветов. И такие вот миленькие, вкусно выглядят. У меня персонаж так стоит, типа, ну ща. Во! О, смотри, сколько здесь! О, хочу! Дайте 2. Так, 1, 2, все. Чем отличается базука от РПГ? Или то же самое? Да, то же самое. Ой, смотри, едут, смотри! Разные... Такие веселые вообще! Вообще вкусные такие! Красивые, кто там катается! Так, уходим в сторону! В сторону летит! Йоу! Нифига! Да ладно! Офигеть, меня сбил кто-то! Прямо в задницу! Я видел это! Стреляйте в него, пока он там перевернутый! Слушай, это не так-то и тяжело оказывается им-то! Наверное, они просто уже умеют. Все, у нас один. Да, у нас 2 осталось вас. Да, меня тоже зацепило. У них какие-то машины, смотрите, еще крутые. Какие? Какая-то гоночная машина. Как? Не может быть. Да, серьезно? Я вижу. Откуда она у них? Читер какой-то может быть. Возможно. Грин, сзади, уходи! Воу! Вообще круто прокатился. Вообще класс. Так, еще один летит. Но то, что гоночная, это, возможно, читер. Да, вот я вот просто не вижу, где.
Так, есть у нас один. Сейчас я могу, кстати, я же по камерам. Нифига, он говорит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как это здорово выглядит. Так. Прыгает, скачет, да, он синий, на синенькой машине что-то. Или пингует так. Ой-ой-ой. Есть одна гоночная машина там. Такие куски просто, смотри. Воу, просто над головами. Ну вот этот синий, который как раз над вами сейчас летел. Давай, стреляй в него, ух ты, блин. А, нет, не так же. Что, у вас двоих, что ли, переехал? Я сам себя подорвал. А что за музыка, вы слышите? Я ее слышал первый раз, когда мы подключались. Вот у меня сейчас такое играет. А я чуть ничего не слышал. О, вот теперь слышу. Издевательская просто музыка. Может, из-за того, что мы проигрываем? Ну, видать, я выигрываю, раз я не слышу. Слышат калузеры, да? А короче, полый. Блин, какую бы машину выбрать? Вот, знаешь, самая такая дилемма. Да какую не выбирай, все равно умрешь. Да, почему бы и нет. Так, вы где? Вы сели, да? Так, мы сели. Так, мы с енотом с одной стороны. Белую, главное, что она в конце достоит. Вот мне уже... Ё-моё! Так, я сейчас не разгоняюсь, еду сейчас медленно. А, вон машина-то, откуда они ее взяли. Там просто гражданские машины катаются. Запрыгиваю к ним. Давай! Мы чуть не столкнулись. Одного я... Ну, да ладно, он... Офигеть, серьезно? Стоп. Я же его сбил. Все, стоп. Что за фигня? Подожди, это гражданские, что ли? Здесь просто... Они проходят сквозь стены. А, то есть это все-таки не игроки? Да. Ладно, нормально. Короче, что-то пошло не так. Доктор Лектор говорит, what? Я одного чувака сбил, но он вернулся обратно. Я этого не понял. Я тут трюки делаю. Ой, ребят, я забыл, что это не рампы у нас. Проезжаем, проезжаем, проезжаем. Ой, извините, пропустите, пропустите, извините. Ой. Ты там с кем там таранишься? Я не знаю, с кем-то. Ай-яй-яй-яй, больно, 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 больно. Ай-яй-яй, что, погнали? Погнали. Давай, с двух сторон, чтобы они просто обкакались от страха. Джинь-джинь-джинь. Я Гордон Фриман, я с монтировкой внизу вас жду. Ой, ой-ой. Полетел, я не полетел. Я врезался в воздухе в пикселя. С двух сторон, да? Ну. Живы? Ну. Ну, хорошо. Так. А кто на каком, на какой машине цвета? Я на цвета детской неожиданности. Понятно, значит, белый. Грин? Да, на какой я? Я прыгнул на капот синей тачки. Ой, стой, меня не убей! Чё творишь? Ой-ой-ой! Эй, парни, я понимаю, что вы суровые. Тихо, ты чё, беснуешься? Я на розовый, я поехал! Хотя можно вместе поехать. Давайте, вот я вас подожду. Чуть-чуть вот так. Так, пиксель вон летит. Так, все, давайте по очереди. В очередь. Ну, в очередь. Мяу. Вот кто-то просто упал. Знаете, главное очухаться после падения. Я машину меняю на баклажан. Баклажан. Не баклажан, это кальбажан. Это очень приятный цвет. Очень приятный? Очень приятный цвет. Очень приятно. Так, вот я беру желтый, яркий. Я люблю яркие машины, такие розовые. Или... Ух. А я беру цыганский золотой. Давай! Все. Подождите ручку! Поехали! Поехали! Втроем на них нападаем. Давай, втроем, вот. На одного и того же, вот. А он там один, что ли? Что-то я неправильно поехал. А у них, по идее, теоретически же могут закончиться снаряды? Не-а. Они у них спавнятся прямо. А, вот оно что. У них теоретически там все пингует, поэтому я одного даже сбивал, и ему хоть бы хны. Это хорошо. О, ничего. Ой, аж двери все это оторвались. Слушай, если дверь открыта у машины, это же ничего страшного, если туда ракета попадет. Ну, наверное, страшно все-таки. Ну да. Так. Ты с открытой дверью ездишь там? Я чисто вот с ветерком. С ветерком, да? Жарко же. И язык еще, знаешь, такой высунул. Так. Чтоб продувало маленько. Да что ж такое? Они, короче, уже от безысходности кончают с собой. Тоже неплохо. Никасус. Стратегия. Начал с собой. Ой! Ой-ой-ой. Так, ну-ка, аккуратно. Сейчас не разгоняться. Я их не вижу где-нибудь. А, вон он там гуляется. Вот, ну. Так, залетаю. Ух, смотри. Нет, я бы... Зараза. Тебя подзорвали или как? Я выпрыгнул, я хотел к нему на... Это было открыто, поэтому ты выпрыгнул.
Выпал, да? Я хотел к нему прям на платформу выпасть. Эй! Ох, я... Ой, ух ты! Это было близко, да. Нет, задержись, пожалуйста. Просто хватанул лицом. Слева Акс такой, kiss my axe. My axe. Я не обратил внимания на название этой рекламы. Типа как S, только X. Ой-ой-ой, едут, ой, едут. Едут, едут. Ух, едут, ух, едут. Еще как едут. Я попал. Я тоже попал. Два раза попал. Так, жал. Ух, летит. Ой-ой-ой, как много попаданий. По-моему, вот две, по-моему, в него. Давай, ух, промахнулся. Ой-ой-ой, накрыло. Пожалуйста, нет, нет. Какой кошмар, я это видел. Крутой момент, вы видели, да? Да, это было жесть просто. О, как жалко, что я не записывал все это через... Ну, я понял. Видеоредактор, можно было бы очень крутой потом монтажик сделать. Да, я не знаю, куда деться, я вот просто... Офигеть, их сколько там! Мать пере... Во. Для него отлично. Все, два попадания по нему было. Я даже не знаю, сколько по ним нужно попадать. А, нет! Опасный момент! Вообще, додавить его, додавить! Нет. Так, уходим. Так, вот этот оранжевый, оранжевый. Они же все равно как-то вот смотри, вот я не знаю, прям парят, что ли. Как-то у них удается все-таки рассчитать. Драм! Промахнулся. Так. Ух, ой. Ого, вот это да. Ой-ой-ой, ой, енотик. Помним, любим. Такой, нет, пишет. Ноу. А, меня сбило сзади. Я что, один остался? Походу, да. Вы что, издеваетесь? Не-не, я тоже остался, вон я лежу. А, в смысле, мертвый? Ну. Ну, что, я наверху. Как мы в них стреляли, это просто осторожно. Это так страшно, наверное, да? Не оглядывайся! На тебе! Что за золотой дождь вообще? Да что такое, пинги вообще? Ой, осторожно! Нет, уйди, уйди, собака, уходи. Я не понимаю, что происходит, пингует. Угони его машину, дафиг. Давай, я к нему сесть. А, я тебя зацепила. Я пытался к нему сесть. Оу, so sad. И на этом мы закончим наше похождение сегодня. У нас было две таких было серии, связанные с РПГ. Ну, в первом случае у нас не получилось из РПГ. Малокалиберное РПГ получилось. Довольствовались пистолетами, но зато потом мы оторвались полностью на этих инсургентах. Ну, инсургенты оторвались на нас, конечно. Спасибо большое, друзья, что смотрели. С вами был Леон, Грин и Маугли. Обязательно зайдите в описание, посмотрите ссылочки каналов и подпишитесь на каждый из них. Ну и также лайки. Лайки просто фуры, инсургенты лайков за эти видео. Да, друзья. Да. Всем спасибо, всем тортик. Покеда. До свидания.